Раз, два, три. Прыгаем. Раз. Давай, еще чуть-чуть. Два, три. Еще один разочек. Раз, два, три. Раз, два. Все. Три. Подожди. Что? Это не мамин голос? Азан, о чем ты говоришь? Какой еще мамин голос? Мы в таком положении, а ты о маме. Сынок маменькин. Раз, два, три, давай. Эсра, помолчи. Что? Послушай. Это мамин голос. И правда. Вот так. Что ты несешь? Нам нужно оставаться вместе. Идем с нами. Нет никаких с нами. С нами. Вы кто такие? Кто это? Я ничего не вижу. Идем. Аллах, ничего не вижу. Медсестра, я медсестра. Пойдем домой. Куда ты меня привела? Ты сама сказала, что нам сюда. Уходим. Нет, 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 стоять. А ну стоять. Не уходите. Сынок, Зевс ты мой, я здесь. Твоя мамочка здесь. У нас почти получилось. Почти. А вы взяли и все испортили. А я был прав. Вон, насосы из видео. Я из них такое могу смастерить. Об этом ты сейчас думаешь, Йелчин, да? Сынок, не слушай ее. Что? Не слушай эту змею. Я видела, как она на тебя кричит. Все видела. Змею? Я теперь змея, значит, да? А я-то думала, что мы поладили. Я мамой тебя называла. А теперь что? Я передумала. Мне разрешение спрашивать? Но почему? Передумала. Не люблю. Мама! Чего ты на мою дочь кричишь? Ты видишь, где мы? Это твоя дочь кричит. Она ему никогда не подходила. Все, что случилось с моей дочкой, случилось только из-за Азана. Извини, Азан, но это ведь правда, согласись. Хватит, хватит. Как вы нас нашли? Ну, твой папа увидел насосы. Да. На видео, нам прислали видео. Да, я узнал это место по насосам. Как думаете, может, мне пора детективом становиться? Вроде получилось. Потеряйся и не ищи себя, понял? Иншалла. Может, перестанете? Может, перестанешь? Что? Помолчи, помолчи! Если бы ты прыгал нормально, этого бы не случилось! Где мои деточки? Я нервничаю, я устала. Откуда они взялись? Не знаю, барыш. Они как-то нас нашли. И что нам с ними делать? Барыш. Послушай, дело выходит из-под контроля. Барыш, барыш, давай просто уедем. На кону миллион лир. Это огромные деньги. Барыш, если нас нашли... Полиция. Бежим. Руки вверх. Руки вверх. Руки, руки. Руки вверх. Руки вверх. Полиция. Барыш. Открывай. Открывай. Я сам. Я сам. Я сам. Сынок, давай открывай ротик. А вы легко отделались, маленький мой. Рано на работу ушли. Да, сынок, мы сегодня рано ушли. Итак, самое худшее позади. Оказалось, эта женщина и правда была опасна. Очень. Я знал, что с ней что-то не так. Чего? Я сказала тебе, что она странная, а ты ответил, что с ней все нормально. Я так отвечал, чтобы ты не переживала. Цветочек мой, разве я тебе об этом не говорил? Говорил. Конечно, конечно. Даже в газете вакансия появилась. Я тоже могу быть детективом. Я же умею. Умею. Вы видели? Перестань. Детектива еще не хватало. Поставь на стол, Нериман. Не дадут тебе работу, не поверят. Душа моя, мне что, нельзя помечтать уже? Посмотри на меня. Говорят, что ты никак замуж выйти не можешь. Откуда они узнали, интересно? И правда, интересно. Ну, наверное, не стоит об этом говорить при бывшем женихе. Так, замолчи. Но есть один... О, Аллах. А что?
Если хочешь, завтра можешь повидаться. Нет, нет. Нериман, серьезно. Нериман, давай не сейчас. А почему? Нет, не стоит. Почему не стоит? Отказывайся. Не говори ерунды. Почему же? Нет, не надо. Пусть приходит. Что? 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 Да ладно. Правда? Зейно. Давай, зови. Ты с ума сошла? Я сейчас передам. Зейнеп? Отлично. Тогда сейчас я соберусь и схожу, позову. Я мигом. Посиди, поешь. Нериман может давление померить. Сделаю тебе прическу. Ей что, за это платят? Я пошла. Надеюсь, все сложится. Стыдно, Зейно. С ума сошла? Стыдно. Это тебе должно быть стыдно, Муса. Я пойду. Поешь еще. Ты чего, Зейно? Не знаю. Сынок, куда ты? Ты его обидела. Заместитель директора. Такого еще найти надо. Нос задрала. Мы пойдем. Идем. Да, спасибо за угощение. У нас просто есть дела. Что, опять? Какие дела? Вы опять что-то замышляете. Думаете, я вас не раскушу? Посмотри на меня. Все вижу. Оставь их в покое. Что с тобой опять? Мы просто прогуляемся. Мы женаты. Аллах. Мы пошли. Идем. Аллах. Пирог вкусный. А ты помолчи. Посмотри на меня. Что? Надо поговорить. Почему ты выводишь моего сына? Почему это ты на него тявкаешь, а? Мама, сра... Тявкаешь? Она так не делает. Тявкает, я все видела. И полиция видела. Мы все видео смотрели. Да. Одно и то же видео. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.